Компания Panalpina – швейцарская компания с более чем столетней историей. В России работает с 1991 года, Вот. Представлены все виды транспортных услуг. На Транс-России мы регулярно принимаем участие с 2006 года. Считаем, что это действительно активное место для предложения своих услуг. С каждой выставки у нас большое количество клиентов. Достаточно сильное направление – это так называемый прямой импорт, то есть большие иностранные бренды заходят, открывают свои юридические лица и ввозят товары, растамаживают на себя. Это такой достаточно сильный тренд уже несколько лет. Вот. И, естественно, нужны комплексные логистические решения, которые наша компания готова предложить. Основные сильные стороны нашей компании – это именно знание требований клиентов в специфических индустриях, на которых мы специализируемся, и предложение комплексных решений вот именно для клиентов из этих сегментов. Основные наши преимущества – это всемирная сеть и то, что мы можем предложить услуги на российском рынке, комплексные услуги, в том случае, если нужны какие-то дополнительные услуги в странах отправления, например, для российского импорта. Российский рынок до сих пор всегда рассматривался как один из наиболее перспективных, и где, скажем так, рост бизнеса возможен более быстрыми темпами. Конечно, такие перспективы привлекают и инвестиции российских, и иностранных компаний.